Друзья, всем привет! Я не прячусь за чужими фотографиями, я не скрываю своего лица, я не предлагаю вам каких-то ключей активации, каких-то ботов, которые якобы помогают вам зарабатывать деньги. Мой способ заработка, он честный, это вовсе не лохотрон. Я вас очень прошу не выключать это видео, досмотреть его все-таки до конца. Я думаю, что вы все-таки будете благодарны судьбе за то, что открыли для себя такую возможность зарабатывать себе на жизнь. Но для начала давайте с вами познакомимся. Меня зовут Светлана. В июле прошлого года, 2016, банк, в котором я работала, его лишили лицензии. Ну, соответственно, я осталась без денег на существование, без работы и начала искать всевозможные способы заработка. В первую очередь в интернете, потому что давно хотелось работать дистанционно, сделать такой пассивный для себя доход. Знаете, я наткнулась на очень много разводняков, все пытаются обмануть, облапошить, забрать у вас ваши деньги, везде нужно что-то вкладывать. И в конце концов я все-таки нашла подходящий способ заработка для себя, которым хочу поделиться с вами. Но для начала я бы хотела, конечно же, я сегодня все вам покажу, расскажу, поэтому смотрите дальше. Но для начала давайте я вам все-таки расскажу, как я пришла к этому виду заработка денег. Поэтому смотрите дальше. Недавно на мою почту пришло письмо о новом роботе, который якобы зарабатывает в интернете чуть ли не по 50 тысяч рублей в сутки. И мне стало дико интересно, что это такое и за что платят деньги. Вот данный сайт, как мы видим, нам обещает от 5000 рублей в сутки на обработке банковских заявок. Но забегая наперед, я вам сразу скажу, что никаких денег вы не получите. Это полнейший лохотрон, который заберет у вас последние деньги. Я думаю, вы встречали такие сайты, что нужно оплатить то какой-то процент за работу робота, то потом какие-то комиссии за вывод. И потом вам пишут, что деньги отправлены, но на самом деле вы ничего не получаете. Особенно интересно здесь построены отзывы. Вот только посмотрите, я пытаюсь добавить комментарий, но он даже не появляется. И самое главное, ни одной фамилии, имени, кто это сделал и как он хотя бы выглядит. То есть есть только техподдержка, до которой ну просто не достучаться. Вывод здесь совершенно один, друзья, это сайты, которые занимаются лохотроном, к сожалению. Тот вид заработка, который предлагаю вам я, он абсолютно честен, понятен. Я работаю так уже на протяжении 4 месяцев, и что я вам скажу, мне удалось заработать более 500 тысяч рублей за это время, поэтому сейчас давайте я переключусь на экран своего компьютера и покажу вам, как я зарабатываю на обычном прослушивании музыки. Так. На данном сервисе нет регистрации, так как попасть в него можно только по приглашению от других участников. Входим через мою почту. И попадаем в мой личный кабинет. Как вы видите, мой статус уже профессионал. Сейчас на балансе 18 455 рублей, ну, которых я заработала за 3 дня. Как вы видите, за прослушивание каждого трека я получаю 50 рублей. Доступно 25 треков, прослушано пока 0. Осталось 25. В меню также есть раздел «Плейлисты». Слушая их, я дополнительно увеличиваю свой доход. Сейчас возьмем калькулятор и подсчитаем. «25 треков я умножаю на 50». И получается, что от прослушивания обычной музыки я зарабатываю 1250 рублей. Но есть и плейлисты, с которых я умножаю свой доход.
Сейчас давайте я начну с прослушивания обычной музыки. Давайте я поставлю видео на паузу, и после прослушивания всей музыки я продолжу. Прошло около полутора часов, и на моем балансе уже 19705, то есть плюс 1250. Доступно сейчас 0, прослушано 25, и осталось 0. Баланс, как вы видите, мой пополнился, и теперь давайте я продолжу работу в разделе «Плейлисты». Плейлисты меломана для заработка на проекте. Здесь мы видим название плейлистов. Здесь уже количество треков. И, соответственно, заработок. Например, за прослушивание всего 5 треков плейлиста новинок вы получаете 281 рубль. То же самое и с поп-музыкой. Здесь уже 500 рублей за 7 треков. Теперь давайте почитаем мой заработок с данного раздела. Рублей только с данного раздела. А ведь мы сюда плюсуем еще заработок с основного раздела 1275 рублей. И получаем в итоге 5385 рублей мой итоговый заработок ежедневно. Давайте сейчас для примера возьмем плейлист с популярной музыкой с заработком 500 рублей. Кликаю «Начать» и попадаю в раздел «Воспроизведение плейлиста». Доступно 7 треков и осталось столько же. Кликаю «Воспроизвести» и начинается музыка. Ты слишком близко. Я проиграла этот бой твоим глазам. Но даже если я теперь в зоне риска. Чтобы не заставлять вас ждать 30 минут, я оставлю видео на паузу. Итак, баланс тем временем уже 20205 рублей. Такие высокие деньги платят в первую очередь рекламодатели, реклама которых всегда находится ниже. А также деньги платят сами авторы, чтобы вы слушали и оценивали. Вот и весь секрет. А теперь самое время вывести заработанные деньги. Кликаю по кнопке «Вывести» и попадаю в раздел вывода средств с проекта. Доступно для вывода 20205 рублей. Вывод средств на мою банковскую карту моментально. Обратите внимание, минимальная сумма для вывода – это всего 1 рубль. Теперь ввожу сумму. И указываю реквизиты банковской карты. Кликаю «Заказать».
Средства выведены. Теперь мой баланс 0. Надеюсь, вы теперь поняли, как быстро и просто можно работать с данным сервисом. Я думаю, что с ним справится как школьник, так и пенсионер. Вам не обязательно даже слушать музыку, не отходя от компьютера, ведь вы можете просто выключить звук и идти заниматься своими делами. Ничего переключать не нужно, все песни идут по порядку и без остановок. Теперь давайте зайдем в мой Сбербанк онлайн и посмотрим на мой баланс. Набираем логин. Вводим пароль. Теперь нажимаем «Войти». Сейчас мне должна прийти смс с кодом. Так, вводим код. Подтвердить. Вот, открылся мой счет в Сбербанке, который никак не получится подделать. Вот я показываю вам сумму, которая у меня на счету. 569 800 рублей. Давайте зайдем на карту и посмотрим все мои действия. Так, опускаемся и видим поступление на сумму 20 205 рублей. Как вы видите, деньги пришли моментально, без каких-либо задержек. А самое главное, без какого-либо лохотрона. И дальше смотрите, идут мои предыдущие выплаты. Как вы видите, я не вывожу ежедневно, а больше предпочитаю выводить крупными суммами по 15-25 тысяч рублей. Интервал между выплатами составляет всего 3-4 дня. Друзья, я уверена, что каждый из вас может зарабатывать 4,5-6 тысяч рублей в день, и это без какого-либо лохотрона. И это просто слушая музыку. Вы выключаете звук или слушаете, это уже дело лично каждого, и идете заниматься своими делами. Со мной это сработало, я уверена, что и у вас все получится обязательно. Для наглядности сейчас еще продемонстрирую свой заработок. Я сейчас стараюсь переводить свой заработок в доллары. На самом деле, ну, правда, эта схема работает. Я очень довольна, что открыла ее для себя.